Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 28 апреля, день Пуда, назван в честь святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Святой Пуд был членом Римского Сената. Будучи благочестивым и добродетельным человеком, он принимал в доме своем святых апостолов Петра и Павла. У него собирались и другие христиане для молитвы. Его дом впоследствии обратился в церковь, получившую наименование «Пасторская». Все упомянутые три апостола скончались в Риме вместе с апостолом Павлом, будучи усечены мечом. Существовало поверье, что в этот день можно изгонять смерть при помощи определенного обряда. Сегодня заготавливают почки рябины и калины. Их считали целебными, и знахари готовили различные настои для лечения. Сегодня готовили настой для облегчения зубной боли. Существовал такой обряд. Сегодня нужно было подойти к рябине, погрызть любую веточку дерева и сказать: «Рябина, рябина, полечи мои зубы, а не вылечишь, изгрызу тебя всю». Одновременно молились и святому Пантелеймону целителю. После этого в течение всей жизни этот человек не должен был есть ягоды рябины. Если цвели деревья, выставляли под них ульи с пчелами. Приметы. Если пчелы сегодня рано возвращались в ульи, в ближайшее время наступит сильное потепление. В этот день не работали допоздна. Большое несчастье накличешь. Заря утром красного цвета, погода будет ветреная и дождливая. Если ночью сегодня холодно, а днем очень жарко, установится хорошая погода. По оврагам земля замерзла, урожай будет малым. Ясный день, а вечером на небе облака сгущаются. Вскоре пойдет дождь. Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются, дело идет к теплу. Кулики прилетели, весна уже к середине подходит.